Друзья, всем привет! Хочу сделать такое небольшое видео. Вот вышли у меня овумы F1. Это детки природников, дети. Вот, хочу показать, как, смотрите, как вот они живут в одном террариуме. Условия одинаковые. Их тут трое, один спит, закопался в мох, там его не видно. А вот эти двое вышли. Вот как, почему так? Условия одинаковые, да, вроде бы. Этот вот огромный, левый. А вот у этого ракушка небольшая, совсем он небольшой. То есть он почему-то у меня не растет. Не растет, не знаю почему. Так, вот этот вот большой. Тут плохо видно, но я не хочу убрать сейчас. Вот, он очень крупный. Второй тоже такой же крупный, пухлый. А вот этот вот то ли что-то ему не хватает, то ли что, не могу понять. Правый. Но он мелковатый для своего возраста, как бы. Для своих ген он мелковатый овум. Я покупала трое. Улетят летом. Они ко мне пришли малипуськами. Вот 27 марта им будет год. И вот росли сначала. Поначалу они все одинаково. То есть одного были размера по раковине. А потом вот один стал отставать. Вот этот вот товарищ. Смотрите, видите, как глаза делает, смотрит. Интересные. Они такие интересные. Вот. Он стал у меня отставать. То есть, ну, он, наверное, все уже остановится. Сейчас ему год. Они дальше, наверное, уже не так будут расти. Не такими темпами. Как до года улитки растут быстро. Так же, как дети. О, о, шевелится мох. Вылазит, вылазит. Третий. Смотрите. О, глаза. Глаза, глаза. Уникальные кадры. Смотрит, смотрит, смотрит. Они так интересно свои рожки выставляют, когда просыпаются. По рожкам можно понять, что улитка проснулась. Вот. О! Видите, глаз водит. Вот тут такие красавцы. Ну вот, в общем-то, пока все. Потом еще буду по этой теме делать видео. Всем спасибо и спокойной ночи.